Доброе утро. Знаете, самое сложное, что оказалось, это соблюдать темп, потому что мне казалось как? Я такой классный, у меня такая насыщенная жизнь, такая интересная и замечательная, и я буду вам каждый день об этом рассказывать. И я думал, что я мало того, что буду каждый день об этом рассказывать, так она еще и будет типа супер энергичной, супер клевой, супер классной. По итогу это немножко не так. Например, вчера был понедельник, и я в очередной раз не записал вообще ничего. Понял, уже лежал головой на подушке и понял, что, блин, а я ничего же не рассказал о вчерашнем дне. Почему не рассказал? Да нечего было рассказывать, потому что в течение всего дня, за исключением того, что я съездил, поел пиццу, встал рано и провел там 4 часа за компом, ничего больше не происходило. Сегодня мы положим конец этому процессу, и мы идем на дегустацию нового меню в кафе. У Дэниела есть знакомый, который здесь совсем недалеко, и мы сегодня идем дегустировать еду из его нового меню. Мы можем просто ознакомиться с меню, но нам принесут что-то другое для того, чтобы мы это тестировали. Так, ну что, мы перекусили, у нас было много разных вкусных штук. А сейчас я столкнулся с новой задачей. Короче, вот тут провод, он погиб. И теперь заряжать ноутбук — это просто лотерея. Он может начать заряжаться, может не начать. Сейчас начал, и это очень хорошо, поэтому самое время немножечко потрудиться. Ну, я попытался. Компьютер. Вот что из этого вышло. Целый день тут. Поэтому увидимся завтра, я буду пытаться больше. What about love?